Не искал эту ветку, я просто О. на... Она меня заинтересовала, но потом я решил, что не буду ее делать. Всем А у привет, вас парни. парни. Прикольно. Здорово. Вот эти ветки вы делаете на других секторах, фановских ПВП. Там быстро все выйдет. А уже сказали 500 раз Зайдите в такое. игру. Уже все зашли. Че, куда идете? Ну а там, это, слышь, друган, там, короче, вот если в стандартной ветке через вурдалаков, да, там вкачивают вурдалаков. А здесь, короче, в которой я сделал, там вкачивают эту нечестивую порчу. Вот. Ну, это, короче, то же самое, как вот эти вот насекомые у совы. Понял, да? Ну, прикол вот в этом. А, я понял. Не, ну это тоже довольно интересно. Нужно посмотреть. Ну вот если сейчас заберу себе молот Нару, я его протестирую. Но тут смотреть также нужно учитывать то, что есть от нечестивая порча, если у нее она не словит прок, то хороший прок, то у тебя упадет ДПС, ты должен на это рассчитывать. Если ты будешь делать через нечестивую порчу. И тогда Да, тебе нужно но в принципе, специально. что у меня стоит эта ссылка АДК. В принципе, он меня не обманывает никогда. Просто я тебе дам совет, если ты уже делаешь через нечестивую порчу, тогда поднимай крит. Личный совет, тебе нужно поднимать крит тогда. Ну да, с критом проблемы тут, блядь. Вот что у меня сейчас крита 42% ПВЕ всего. нечестивую порчу берешь, что ты рассказываешь? Да, в Да, ПВЕ. Что она дает? А ну ПВЕ. расскажи мне в ПВЕ, а то я что-то для тех целях не использую. Она Сейчас я дает въеду, сброшу. Подожди, я злобный сейчас рой гильду сброшу. насекомых. И что, Вот, читай, ты я в гильде читал, что это? сбросил. Подожди, стой. Можно я расскажу, что это за фигня? Хотите? Она наносит в течение 10 секунд 10% от лика, да, то есть по 1% от лика от А чё меня в рейд взяли? Идешь с нами. Ну, я, конечно, с радостью, но 217 не очень. Мне покер. Итем левел. Слот все равно пустует, поэтому я тебя беру. Хорошо. Куда Пожалуйста, идете-то, только парни? камин. Беру магик. Я не знаю, что. Хилый фулвов. Да, давайте быстрее, я вас умоляю. Давай. Я еще не в игре, я комп-то включаю, я только домой сбежал. Блядь, у нас уже фул. Ну я понял, ну значит это, значит не попал с вами. Ну, Ну. немножко, да, не успел. Ну, Да смотри, ничего, что поделать, да, ничего страшного. 25, он 25. А здесь сейчас может на магике что-нибудь перебить. Ну, на маме попалится. Не, ну в геры все равно пойдем. То есть, ну, обычку тогда закроешь сам, а в геры с нами. Я так думаю. Хорошо, хорошо. Это Так. не проблема вообще, как бы я так просто поинтересовался. Потому что сам, ну, что-то поздниться начал. Заебов много на работе. Руся На и одной штуке, на Кексик. другой. Заходите в игру. Так, ладно, чё, давайте тогда флут офф. Ну, лично я выключаю микрофон. Я думаю, ну, давайте себе так сделаем. И все, пусть Короче, говорит только давайте один раз. бахнемся рыбу, пожалуйста. Сейчас, подождите. Тихо. Потуши лучше себе Кричат. микрофон. Можно тогда уже присуманить? Короче, я Давай сейчас вас тут буду присуманим. слышать, блядь, я почему-то не могу разговаривать, короче, когда я в игре, блядь, хуй раз еще. С рыбы отойдите, пожалуйста. Не сидите на рыбе. Короче, Вов, я Спасибо. буду вас слушать, тогда еще это говорить. Окей. Блядь, Кексик, тебя слышно, все хорошо, не паникуй. Так, Крусейд, давай воскрешайся, я тебя суманю. Керсит, хорошо. Так, профихар, где ты там? Рыбка есть. Что ты там мёртвого валяешься? Давай.
6 секунд, подожди. Так, сум. Так, Кексик, ты держишь череп и луну. А можно, пожалуйста, нормально бафнуться, ребят? Так, по бафам. Щитблок даешь каски, на Кулина даешь МП-5, даешь кулаки. Рейда твоих слева забираешь, а Кексик твоих справа. Профи-хард. Череп напыливаешь на кружок. И кто у нас еще? Ну вот атак, ты накуриваешь луну на кружок. Ой, напыливаешь. Накуриваешь, лейбис. Так, Фудстен, ты поможешь луну тоже напулить. Все, давайте арчем. Да, на печеньку, Фудстен. ДК, чего не хватает? Не хватает у моего пэта ни каски, ни кулака. Я под пэта вбит. Мой ДПС и ДПС. Киньте, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, по пэту. Вот он стоит, пэт. Вот. Дайте по нему, пожалуйста, кулак, касочку. Вот. Каску вижу, дайте кулак. Точечно, дай просто на пэта кулак. 10-минутный, дай ему кулак. Все, спасибо. Вот. Спасибо. Так, ДК, пожалуйста, без бомжей, окей? Я помню, ты раньше полюбил это. Тут 8 ДК, ты которому говоришь? Там, который в АДК. В АТ, в АТ, который. Агрона, брат, так, все, все, танки поехали, пошли. Давай. Танки пошли. Все, вливаемся в череп. Тащи, тащи, Ром. Никто туда не идет. Отошли все оттуда. Отошли оттуда. На пол, Ромбик. Антенна, попроси уже не сбивать. ПС же теряем, пока перекинем. Не, похуй, одних убивает. Метку дает только Фудсен. Давай, следующего тяни. Мелики на крутилке не подходим. Все, бьем, да.
Идем дальше, чистим трэш. Дайте ребаф, пожалуйста, под экран. Вот с короля что-то такое. А почему? Не знаю. Он еще не помнит, ты помнишь? Там как он будет? 200. Он набил. Он боится. Огромный хочет сорвать. Давайте, давайте, погнали там дальше. Так, наем фул ребаф. Сейчас, да. Рыбка стоит. Рыбка в проходе. Кушаем кому надо. Так, по хилам. Щитблок Киоки налево, на Кури на Керлик направо. За 10 секунд перед пулом скажешь. Вот как он стоит, так его и танчи. Просто разверни его мордой в другую сторону от входа и все. Райдер основной танк. Кексик второй должен быть по адро. Хилы напыливаете, чтобы он в омане был второй у меня всегда. Кексик таунт можешь прожимать. Он не таунтится все равно. На пул на кексика, да, значит, да, я? Да, погнали. Дайте поставить сначала. Поставь на центр его, на центр поставь. Дайте поставить. Все, разворачивай.
Сейчас бьем. Брак сразу. Нужно подойти поближе. Набрали. Даем Геру. Геру. Рай, дай на меня истерию. Фиксик таунт прожимай. Дайте салю. А что по туркой не стоим? Которые отошли. Подали. А можно гин на мат? Если я не смотрел. Пожалуйста. Отошли рейд. Раньше набрали 10. Поднимите сила. Седлок, сидишь только на рейдере. Оверхил. Раньше набрали. Надо.
Ролить будем после магика. Маги, дайте порт. Стой. Это ролик будет. В шатрат-то... Ребята! Я квест забыл взять в Долоране, сука. Охуенный. Короче... Знаете что? Это кто? Ой, это Шапито, братан, Шапито. Это пиздец. Иди сейчас до Варана отсюда. Я уже этот сделал, короче. Хрень. Ну, грулагер закроем, да и все. Блять, ну на грула всегда сходишь в пизду и возьми квест, хотя бы магика сейчас закроешь. Чё? Ну да. Магика Герта сложнее закрывать, чем обычно. Ну да. Сейчас убью магика, потом просто, ну, сходишь, убьешь грула и ливнешь, и все, делов-то. Чё-то меня да? Этот... Чё-то меня пламя запада прям волнует, нахуй. В своём фросте. Сейчас мы ему ещё сделаем эту волю. И вообще заебись будет, даст? Ну да. Смотри, я думаю, на этой неделе сходим. И будет у нас постоянно, короче, в пате два пиздунтых ДК. Заебись. И вы будете орать потом. А, ну вы хотя бы не на одного меня начнете орать. Там еще Серега присоединится. Ладно. Хорошо. Я согласен, блядь. А то сейчас я во всем, блядь, виноват. А тут уже нас будет двое. Без сами вы не пойдете. А двое. Я не знаю, как бы твой вар попортил. Просто я сейчас в ущербной ветке, как сказал у нас Антоха Мелько, который у меня почти не ДПС. Ну, у меня на маге сейчас ветка такая ущербная, как Кавлен Антоха сказал, у меня маг не ДПС сейчас. О, ебаный, не смогли убить, твари ебучие. Бля, меня убили. Ребят, я скажу покурить, хорошо, вы пока там долетите, там все дела. Кури. Давайте. Да там перед входом, блядь, их стоит чё 50, нахуй, они походу не надо... Поставьте шкаф и сосумоньте прям в этот, и всё, чем с ними бодаться. Ага, ESLock у нас пролетел, блядь, сюда, я чё-то походу не наблюдаю его. Пролетел. Там пятая, четвёртая. Блядька, здесь Олядька. Вот они залетают. Я пойду сейчас быстренько сделаю. Что их там проходить, они даже не тронули практически. Хуя себе. Мне с 38 тысяч оставили 3, блядь. А тебя не тронули. ДК лапой раз вытянул, в толпу и забили. У меня 1000 всего лишь сняли, блядь. Ну, конечно, прыжком. А у меня 35 сняли. Заебись. Серёг, я так же, как в этом, в РБК, помнишь? 3 минуты. Ага. В инвиз. В инвиз. В инвизе, блядь, читер. Ну заебись, я тебя тогда подъебал. Да он через моба в инвизе попёрся, а я за ним иду, как дурак. И словил крит на 470. Ну, в РБК вчера, блядь. Давайте, шумоньте всех. Райдер, давай, короче, смотри. Сейчас ты трэш танкуешь, на магите спекаешься в ДД. Ну ты понял, да, про какой трэш я говорю? Перед самим магией. Прилетели бы толпой, кто там еще не долетел, блядь. Собрались все вместе, опустились, дали пизду. В чем проблема? Нахуя, если шкаф стоит внутри уже инста?
Ну, нахуй, нахуй это вообще надо. Это надолго просто бадание. Ну, я понимаю по приколу, но там же собирают за Орду. Давайте соберем за Орду, сходим, отпиздим их всех вообще. Ну, и пойдем спокойно дальше играть, если прям накипело. Вот. А у меня сейчас накипело... А мне сейчас накипело то, что это. Мне нужно закрыть магика, и у меня тут... Я, конечно, извиняюсь. Жена уже голая, блядь, зовет меня в кровать. А я еще с вами. Вот запомните этот момент, нахуй. Можно выключить свет. Антоха, я тебе больше скажу, ты вообще не придешь сегодня в кровать. Да не, я сейчас... Я магика закрываю и пошел в кровать. А, то есть ты их кидаешь нам, да? Бля, Вован, ну ты должен понять. Я понимаю, бабы это зло, Антох, не ходи. Хули. Ну, блядь, да, да, ебать, я под каблуком. Хули, хули здесь сказать. Заметки пишут. Вова заметки поставит себе, да? Не, надо каблучок нарисовать над этим. А все, я написал заметку. Заметку. Блять, ну их магик можем собрать завтра. Что, пойдем тут трэш чистить, ребята? Давайте засумоним всех, ребят, и чистим трэш. Ну давайте, кого сум, плюсуйте. Плюсуем, кого сум. Все, что ли? Остальные долетят, сейчас залетят. Или засумонит тот, кто на улице. Алики дают входу? Нет, там нема алика уже. А, нету? Ну все, заебись. Давайте баф тогда на трех и пойдем. Кулак, рыбав. Спасибо. Гнусные, назойливые насекомые, освободите меня, и я, быть может, дарую вам легкую А как ты думаешь, Райл должен быть на месте? Хоть его нет, это, блядь. Этот. Чувак у нас в гильдии. Сейчас я его ник скажу, как же его ник-то? Вио Дефендер, блядь. Во... А чё? Да ничего, чё он доебался, блядь, заступитесь за меня, он доебался, он мне всю личку заспамил, я не знаю, как его, блядь, заблокировать. В час закинь, да и всё, на пару дней. Блядь, маньяк! Пообъясняю, нет у меня сисек, блядь.
про 200. Играть еще не сильно умеет. Блять, ну чё вы до пацана доебались? Он нахуй. Ночные, блять. Вот денег, короче, много, ну а, короче, мозгов. Мать. Ну-ка, нахуй. Просто. Мы же все равно. Он мой лучший. Ну, я тебя услышал, да. А ты-то что, ты мне был другом неделю назад, когда денег обещал. Кому? Это ДК говорит. Окей, ладно. Так, сайвей. Ну, я. Приедешь на 9 мая в Москву, нахуй, я тебя под танк, сука, положу, блядь. А ты чё, Антоха, давно лося не получал, да, короче? Тум возможен? Да, сейчас будет. Так, всех убили, да? Не, еще вот трэш есть. Ну, видите сюда вниз. Укатаем тебя с Вованом, блядь, под ёбаный трактор. Нет, ну я тебя хочу огорчить, но просто Вова, он по-любому за меня заступится. Мы с ним лучшие друзья. Даже не на один день, на целый месяц, наверное. Нихуя себе. Чё это за месячная дружба такая? Не, ну он просто мне денег пообещал. Пока взаимно, нужен, так, пока друг. Нужен друг, короче, да, вот правду говорят. Ах ты проститутка. Ой, блядь, кто бы говорил, а ты вообще в Узбекистане живешь. В рот смотришь и асфальт видно. Видно проститутку. Я просто, короче... Я не ждал тебе сказать, дружище. Раз, поставьте, пожалуйста. Вован, тут некоторое недоразумение происходит, блядь. Кто ж твой друг-то на самом деле, блядь? Вот и дайте шкаф. Мне вообще идти с вами на 9 мая или не стоит, блядь? Ага, так значит, вот в чем заключается вопрос. Вова, значит, ты ему пообещал, сука, дружбу, а не мне, да? Все, тихо. Сейчас. Человека плюсики поставьте на кубы. Чувствую, тут пахнет разводом. Нет. Предок раз. Вон же еще. Текс, ты танковать босса будешь. Рейдер после трэша. ДД спекнешься сразу. Еще 4. Еще 3 человека на кубы. Не, у меня лагает, ну его нахуй, я не буду на кубах стоять. А рыбку кушаем. Бля, жрать хочу. Да, чё, Дань, я тут. Ну он, поставили же тебе рыбный пир, пожри, чё. Не знаю, там, икра на ближинь, там. Ещё один человек на кубы. Один человек еще на кубы. Мелькор нет. Ага.
Народ, что там на кубах нужно делать? Скажите вам. Нажимать его. Нажимать, когда я скажу. А, ну хорошо, тогда давайте я поставлю. Пятая пати кинь. Керсон кинь. Пятая пати. Что? Плюс пиши. Все, заходите. Посмотри. Ничего сложного. Босса не трогаешь вообще. Просто в таргет взял, как только он кастует вспышку света, ляпнул на кухню. Правая кнопка мыши. Че, у нас с кубами проблема? Давайте хуй с ним, я встану. Не, все нормально. Понял. Спасибо. Вроде бы отлагал. Давайте это, все замолчали, и РЛ скажет сейчас, что делать. А? Давай, великолепная идея, да? Классно. Я приду. Гениальная идея. Вождь, вещай давай. Сейчас оставляю метку, подождите. Так, все, ребят, на вас метки. Каждый свою метку видит. Вы стоите на этих кубах. Терлик, ты не будешь стоять. Ты будешь хилить. Накурено в ДД. Так, заходим. Ребят, смотрите, кто стоит на кубах, от вас ДП не нужно, вы можете просто стоять на своих кубах и нажимать, когда вам скажут. Здесь самое главное нажать куб. Все зашли? Все заходим? Щитблок. Руся, к ноге. Давайте все в луну вставайте. Руся. Он куда-то ушел. Так, ребят, ваше здоровье. Ваше тоже. Где? Спасибо. Не надо только так. Давай, бро, твое здоровье. Так, сухой закон. После райда будьте здоровы, блядь. Никакой Боже. Культуры. Сами пилоты не предлагают. Стоп, флот. Начинаем. Рейдер. Давай, начинай. Масса. Курс один. Бомжей. На пульте трэш. Оба. Все, прессаем. Все подошли. Рейдерс. На пол Кексика, босса. На пол в синюю, в этот, в щит в синий.
Приготовились. Каску, дайте помогу. Все, ставь его на пульте. Начинаем бить. С платформ сойдите, просто. Норм. Держи босса в таргете, на куб не жмешь, пока не скажу. Даем Геру. Готовимся на кубах. Нажали. Сейк. Что слакаешь? Курсейт меняем. Керлик. Нажал, нажал правой кнопкой мыши. Керлик, встаешь на куб за место курсейда на трус. Только давайте встаем, бежим, а чтобы там не поднимать, все же упали. Давайте, быстренько, быстренько, давайте, да. Да, сейчас блесать, пробегать. Рейдер, спекайся снова в танка. Быстренько танканешь. Да, обратно в танк. На трэше танканешь, по-моему. Алебастра, на меня не кидаем, каем. Кинь на кого-нибудь там, на ДДшника, вон на этого, на Мирала кинь, МК. Рыбку ставлю, быстро покушали. Охуенно ты жопу сел на рыбу, блядь, Руся. Вонючий своей, блядь, толстой жопой. Стоп флот. Все, заходим. Вторая пати, прист. Кулак по ДК дайте. Зашли, все. Все, на пол дал, поехали. Давайте, пошли.
Рейдер, стыкайся. На кубах не слакайте, пожалуйста. Довольный глупец. Я сокрушу его, и запределье будет моим. Я пока не могу использовать эту способность. Приготовились. Напулили на Текса. Напулили на Текса. Все, бьем. Либо сзади, либо сбоку. Давайте, давайте. Приготовились на кубах. Нажали. Держим донца. Стоим дальше уже. Идем. Мелькора. Захилите. Можно гимномат? Да. Стою. Спасибо. Бам, подходим. Уже, пожалуйста. Готовились на кубах. Сейчас будет отбрасывание. Готовимся. После отбрасывания сразу подошли к кубам. И ждем. Ханты. Еще 30 секунд бьем. Секунда каста. Ждем. Отошли все. Прохилию рейд. От центра отошли. Бьем, бьем. Подошли к кубам. Готовимся.
20 секунд до каста. Приготовились на кубах. Идем. Нажали. Нажали. На эти добиваем. Подошли, бьем. Молодцы. Вов. Ролим. Да. Ржи, пожалуйста, этот молоток, а. Ну я правда, я уже в мясо все, пиздец. Я сейчас упаду, нахуй. Возле ноута прям. Я и вижу, ДПС не выдаю, нихуя, все, мне же. Мне спать надо. Давайте. Так, тебе что там? Штаны, да? Молоток. Ребят, одну секунду, да, можно, пожалуйста? Я был с вами на груле. Мне надо там Т4 паролить, просто у меня квест был не взят. Это ДК, говорит. Помнишь, в ТФ ДК было? Смотри, выпали штаны только. Один анрол был. Штаны ДК забирают нас анролом. Кидаем ролл на этот. На мол. Нам... Блять, заебись, охуенно. Штаны или мол, да там. Штаны. Щит блок вот. Ну, заебись, Русик, поздравляю. Ладно, все, всем спокойной ночи. Так, сейчас давайте. Ну, блядь. Ремень ролим. Ну, правда. Крючок. Керли, надо? Оффхенд. Тройки 75. А у меня вопрос, а нахрена Киоки, если она с посохом гоняет? Или у нее есть что вставить в левую, правую руку? Понял. Так, накуренный 75. Райдер, это не твой. Зачем ты ролишь? Так, дальше. Шлем, кожа. Что, не нужен никому шлем? Это все ролит, блядь. Ладно, я понял. Дальше. Вар приздрует. Надо попробовать. Это с грула, да? Пизаска 100. Пизаска, мне кажется, ты читер. Вот как надо кидать стол. Два на. Да. Не, мне на ДТ это надо по-любому отбить. Ему пиздец, он просто нужен был, поэтому он выбросил стол, блядь. Поиск кожаный, ролим. Ленишь он стоял, что ли? На кошака, на рогу. Не надо никому, да, я так понимаю. А зубы ролим.
Так, Алебастро 84. Подходи. Алебастро, трейд. Ну, давайте порт в громовой утес тогда ставим. Пойдемте сначала Оню заберем. Да, надо Оню сперва гребать. Давайте заберем. А потом Вик сразу. Так, там, кстати, должна быть голова, линканите. Разролим. Кто видит башку, линканите башку? Рейдер, а, да. Я думаю, что тебе надо. Да чего вы боитесь-то? Что, никому не нужна башка? Так, во. Голова 90, вижу, ксиморф. Ксиморф, забираешь себе голову. А, 97 Маканта. Макант дал тебе ответственного за добычу, бери. Ставлю порт, идем Они 20, потом их 25. Канта забрал. Все, ОБЦ. Давайте, давайте, идем. Я только что чуть не отписывался, я сам думал, что я квест не сделал. Стар, давай, собирай. Давайте, бегите.